Пацаны, привет! Пробуем запустить материнскую плату с одним модулем оперативной памяти и одним процессором. Один процессор у меня снятый. Буду пробовать на одном процессоре один модуль оперативной памяти. Модуль памяти я установил. С другой стороны он выглядит вот так вот. Здесь у меня подключен разъем питания процессора. Вот здесь он находится. Здесь от второго процессора питание выключено. Здесь выключено основное напряжение от питания от материнской платы. Выглядит это сейчас таким образом. Питание выключено. Материнская плата заработала с одним модулем оперативной памяти и с одним процессором. Я зашел в BIOS. Это про BIOS отдельное видео будет на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик. Всем пока!